Обращаю ваше внимание, что в случае эвакуации срочно вас необходимо оставить на борту самолета. На рейсе интересный доступ по толкующим конкретно чмат был обращен в бот. Если вы после защиты вам в случае организации необходимо снять, их уже и задерживают в случае без компрессионной техники. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Перевести в авиарежим все электронные устройства с функцией передачи данных. Отключить и убрать вручную кладь электронные устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Напоминаю вам, что курение на всех рейсах Air Southern Airlines запрещено. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации, употребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Желаю вам приятного полета. Ladies and gentlemen, we are preparing for takeoff. Please ensure that your seat back and tray table are in the upright position with the armrest down. Your window blind is open. Your seat belt is securely fastened. All electronic devices are in flight mode. Large electronic devices which cannot be quickly and safely placed in the seat pocket in front of you are switched off and stowed. We remind you that all flights operated by S7 Airlines are non-smoking. In accordance with Russian law, alcohol brought is prohibited. We wish you a pleasant flight. Thank you. В вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready to take off. Please ensure that
господа, добро пожаловать в Москву, международный аэропорт Домодедово. Температура воздуха будет 14 градусов. Московское время 17:40. Для вашей безопасности оставайтесь пристегнутыми до выключения светового табло пристегните ремни. Утренние славные лайки ударила за полет и будем рады новой встрече благодаря внимания. Welcome to the airport.